не засохнет и за 2 недели. Как сохранить хлеб свежим? Хлеб является незаменимым продуктом на кухне, который, тем не менее, достаточно быстро портится. Однако существует ряд лайфхаков, которые помогают хранить его дольше в свежем состоянии. Знающие люди советуют класть хлеб таким образом, чтобы он имел доступ к воздуху. Если вы просто положите его в пакет и завяжите, как делают многие хозяйки для хранения хлеба, то он только быстрее испортится и заплесневеет от влаги в нем. Чтобы хлеб дольше оставался свежим и ароматным, положите в хлебницу кусок яблока, картофелины и чайную ложку соли. Яблоко или картофель начнет терять влагу, насытит ею хлеб, сохраняя его мягкость. Солью рекомендуется посыпать хлебницу, что приведет к тому, что там исчезнет лишняя влага, и вашей буханке будет не страшна плесень. Храним свежеиспеченный хлеб. Если вы сделали хлеб сами или купили свежую буханку в магазине, то советуем его хранить в мешочке из ткани или холщи, в которой должны быть отверстия, чтобы хлеб дышал. Это поможет данному кулинарному изделию оставаться свежим и душистым еще целых 3 суток. Еще один вариант – заворачиваем хлеб в пищевую бумагу и храним его в хлебнице. Как сохранить хлеб на неделю? Часто бывает ситуация, когда вам приходится уехать на несколько дней и вам жалко купленный хлеб. Однако простой алгоритм позволит вам не волноваться относительно сохранности этого полезного продукта. Заверните хлеб в несколько слоев пищевой бумаги или пергамента. Положите хлеб в герметичный полиэтиленовый пакет и хорошо завяжите. Уберите хлеб в холодильник. Данный простой способ даст возможность хлебу сохраниться на 1-2 недели. Для возвращения мягкости советуем разогреть его в микроволновке или духовке и подержать немного над паром.